Следующий выступающий — Овсянников Иван, РСД. Друзья, здравствуйте! Очень приятно видеть огромное количество студентов и преподавателей здесь, на этом митинге. Я бы хотел сказать несколько слов о том, какое образование нам необходимо. Нам не только студентам, не только преподавателям, вообще всем гражданам нашей страны. Очень хорошее слово, да, университетская или там образовательная автономия. Его иногда любят повторять наши чиновники, да. Многие здесь знают, что несколько лет назад был принят закон об автономных учреждениях, и мы видим здесь довольно симптоматичный парадокс. Когда чиновники и те, кто реформирует образование, говорят об автономии, они имеют в виду то, что учебные заведения, университеты, средние специальные учебные заведения должны превратиться в подобие коммерческих компаний. Эта так называемая автономия ведет к тому, что ректора вузов получают баснословные зарплаты, которые в десятки раз зачастую отличаются от зарплат рядовых преподавателей. Это ведет к тому, что преподаватели, учителя становятся объектом эксплуатации. По сути, учебные заведения превращаются в такой образовательный конвейер. Да? Чем больше учащихся привлекает школа, да, тем больше ее финансирование. Вводятся различные псевдорыночные показатели эффективности, количественные, некачественные показатели. То есть все делается для того, чтобы образование стало коммерческой, рыночной сферой, а работники образования были низведены до уровня обычных эксплуатируемых наемных работников. Такая автономия нам не нужна. Мы должны говорить сейчас о другой автономии. Мы должны говорить о демократии, о самоуправлении вузов. Что такое вообще система образования? Что такое социальная сфера? Это не аппарат идеологического контроля, как часто пытаются сделать наши чиновники, да, которые превращают вузы в инструмент пропаганды, которые запрещают критику, которые проводят какие-то безумные псевдопатриотические мероприятия со студентами. А система образования — это система общественная. Это значит, что те люди, которые учатся, которые учат, которые занимаются наукой, должны пользоваться свободой в рамках этой системы. Поэтому мы должны бороться за то, чтобы каждый вуз, каждая школа, каждое учебное заведение, техникум, колледж были таким сообществом, да, в которых бы преподаватели, студенты, администрация, родители, да, те общественность, да, принимали участие в принятии решений. Техника не выдержала. Нельзя, чтобы решение о слиянии, укрупнении, ликвидации вузов принимал какой-то чиновник за спиной у учащихся, за спиной у общественности, за спиной у студентов, у преподавателей, профессоров. Это нонсенс. Поэтому я призываю всех собравшихся продолжать в том же духе, да, самоорганизовываться, создавать профсоюзы, создавать студенческие ассоциации. И я призываю не бояться бастовать и захватывать учебные заведения, если власти пытаются их ликвидировать. Я знаю о том, что Петербургский полиграфический техникум, было принято решение о его слиянии. Я надеюсь, что у студентов, у преподов хватит духа для того, чтобы его отстоять. И моя организация будет поддерживать, безусловно, эти действия. Спасибо вам большое. Спасибо огромное.